продолжаем нашу послематчевую пресс-конференцию с главным тренером футбольного клуба «Алания» Владимиром Ивановичем Белецким. Владимир Иванович, поздравляем с победой. Ваше мнение по поводу сегодняшней встречи, пожалуйста. По встрече, во-первых, вы понимаете, как тяжело нам надо было вернуться в ту гонку, в то русло, когда мы побеждали, уверенно все это делали. Случилось здесь ряд субъективных и объективных причин, опять болезнь, какой-то вирус у нас входит, пока мы в команде заболели, опять трое человек, и четвертый даже перед игрой уже сломался. Поэтому сегодня было, невозможно было сегодня проигрывать, и они, ребята сделали все возможное, чтобы выиграть. Для этого сегодня мы очень довольны, закончился один из первых этапов, который... чемпионата, и мы, я думаю, с хорошим настроением. Самое главное, что мы не собрали чемоданы до игры, а все это сейчас можно уже собираться и ехать отдыхать. Вот и все. За счет чего сегодня удалось победить? Вы уже сказали, что проигрывать было категорически нельзя, возможно, это стало основным подспорьем. Оно как и в плюс дает, и как в минус, понимаете? А второй тайм еще больше раскрепостились ребята и вообще провели здорово. На одном дыхании, из массы моментов создали. Ну, если даже, я не знаю, может, я ошибаюсь, но, по-моему, Уфа один раз только в створы ударила, когда забила гол. А второй там, какие-то такие были, такие вылазки. Но конструктивно ничего не создали. Все было за нами, инициатива, и, надо было реализовать, еще было бы то проще. А так все-таки сидеть и волнительно на скамейке, так, когда 2-1 счет. В завершение всех матчей этого года... Какую оценку по 10-бальной шкале вы могли бы поставить команде? Вы знаете, даже хорошему ученику десятку не ставят, а девятку я поставлю. У меня такой вопрос. Все-таки вот мощная Алания, славящая свою мощную атаку, забивали очень много. В чем все-таки провал в концовке сезона заключался? Почему такой был провал? Не самый именитый клуба проигрывал. Так опять же, Галоян в сборную ехал, не было. Машуков получил там травму первую. Посмотрите, он не начинал сезон, потом сейчас опять заболел Машуков. Нападающий, не выдержалась немножко такая линия, чтобы они могли себя сохранить. Но это футбол, это нельзя предсказать. Это человеческая жизнь, все бывает. Но все равно они все молодцы и пытались это все доказать, что... сегодня мощно сыграли второй тайм, я же говорю, что забить надо было. Спасибо. Удачи.